Играю на ческом. Мой соперник это гроссмейстер. И сыграю, наверное, славянку. Здесь слон f5 сразу выйду. И, наверное, конь h4 сейчас последует. Нет, слон e2 выбрал ход. И здесь h6, чтобы... Так, а смысл вот этих ходов я не понял. Был слон e2, потом слон d3. Может, сразу он хотел слон d3 сыграть? Ладно, убью. Конь d7 теперь. И слон e7. Хочу именно сюда его поставить, чтобы на e4... уже вывести его на f6, поближе к пешке d4. Хода d5 вроде нету. Там будет cd, конь c5, и ферзь бьет d5. Теперь ухожу в 2-0. Он пока что еще не вывел слона. Теперь я думаю, ладья e8 нормальный ход будет. Тоже не даю сыграть d5. И ферзь опять поактивнее поставлю. А на А2 мне не отдают тут. Заберу. Еще раз забрал. Не вижу, в чем замысел белых. Просто две пешки мне подарили. Ферзь D5 заблокирую теперь. Хочется слон H4 побить. Конь h4, g5. Ну, попробую, почему бы и нет. И, наверное, f6 теперь. Наверное, зря я даже пробил на h4, поскольку теперь король просто раскрыт стал. И на gh будет ход ферзь h6, и уже какие-то матовые угрозы появляются. Но делать больше нечего, нужно бить. g5 даже выбрал. Неочевидное решение, я был уверен в ходе ферзь h6. Король h7 плохо из-за ферзь d3. Как играть? Попробую перестроиться. Конь f8 и конь g6. Хочу подразменяться побольше. А если h7? Не поставит ли мне там мат просто? Попробую сам мат поставить. Так, чуть дальше делать. Сюда сыграю, судей ладья f8. Пойду сейчас сам мат ставить, конь f4. Судей ферзь g2. И как ему играть здесь? Наверное, ферзь b7 или ферзь c7 единственные ходы. Да, сдался. Ну, наверное, в этой позиции после ферзь b7 просто ход конь f4 и нет защиты от ферзь g2 или ладья g2. Можно, конечно, сыграть ладья g1, но я просто забираю, и та же угроза остается. Скорее всего, тут уже позиция белых безнадежна. А вот здесь, наверное, могли белые сыграть ферзь g7. И после того, как король выходит поближе к центру, из-под прикрытия, уже сыграть где-то король h2. И мне кажется, здесь просто я могу попасть в матовые сетки. Не вижу нормальной защиты здесь за черных. Наверное, так и следовало играть белым.